я как-то, наверное, побоялся, да, потому что я думаю, что если все-таки она мне изменяет, то она будет опираться, да, и понятно, что я не смогу добиться никакой правды от нее. Поэтому я решил обратиться к вам, чтобы вы мне помогли уже разобраться конкретно с этим вопросом. Ты же сама хотела.